Ниночка, начинаем. Так, меня слышно? Так, наверное, слышно, да? Чуть Если громче, слышно, громче. ага. Если слышно, то я бы хотела попросить немножко десяточек в чат, если слышно хорошо. Да? Приветствую вас всех. Доброго времени. Я знаю, что здесь сейчас участвуют участники, наши партнеры и просто гости нашей презентации из разных мест, из разных городов. И время у нас сейчас у всех разное. Поэтому всех приветствую. Доброго времени. Меня зовут Амина Бариева. Сегодняшнюю презентацию буду проводить я. Я экономист по образованию, мне 42 года, мама двоих детей. И вот волею судьбы, таким вот, наверное, не очень легким способом я попала вот тоже на такую презентацию, только живую презентацию, познакомилась с продуктами компании Bepic, познакомилась с прекраснейшей компанией. И это знакомство стало поворотной точкой, наверное, и в мышлении моем, и в понимании многих вещей. И вы знаете, мне очень хочется, что если вас сегодня сюда пригласил кто-то, чтобы вы точно так же, как я когда-то, не прошла мимо вот этой возможности и услышала, такое благо я принесла для своей семьи, для своего ребенка. Моему ребенку сейчас 9 лет, старший мой мальчик, у него сложный диагноз – аутизм. И когда-то совершенно далекая от медицины, совершенно далекая вообще от каких-либо проблем со здоровьем, получив неутешительные как бы прогнозы от специалистов, от врачей, что этот диагноз неизлечим, и что ваш ребенок, ну вот он будет всегда вот такой вот непонимающий, не умеющий говорить, страдающий, да, вот, мне пришлось как-то взять дело в свои руки и искать какие-то выходы. На пути, вот этом нелегком пути, я встретила такое понятие, как биомедицина. То есть я общалась с родителями из Америки, в разных группах, в разных чатах. Мы много-много обсуждали, у кого какие успехи, какие есть новые продвижения в науке касательно таких деток с задержками развития и речи. И, вы знаете, очень много изменений с тех пор мы имеем, в том числе и благодаря даже очень большой, скажем так, вклад в моего ребенка произвел продукт компании Bepic. Я еще к этому вернусь, но сейчас я хочу сказать огромные слова благодарности этой компании. Это семейная компания, во главе которой стоит замечательный наш бизнесмен Дэн Патман. Он и его семья владеет, вот вы сейчас вы его видите на своих экранах, вот этот вот замечательный наш глава компании, он взял своей целью, компания Bepic взяла своей целью создать продукт, который нужен каждому, продукт, который изменит вот те, скажем так, сложные моменты, которые сейчас присутствуют у каждой семьи, это проблемы с питанием, да, то есть сейчас, наверное, вы все знаете, что очень большой рост заболеваний, это и онкология, и вот разного рода детские заболевания, такие как аутизм, гиперактивность, задержка речи и так далее, да, это все откуда идет. Мы все прекрасно понимаем, что корни этой проблемы – это экология и питание, да, и вот владелец этой компании, он владеет большим количеством разных бизнесов, да, но он создал вот такой благотворительный бизнес, который принесет пользу в каждую семью. И начали они с таких продуктов, как клеточное питание, да, то есть это питание. Производится наш продукт в штате Юта, это по последнему слову оборудованная лаборатория. Здесь есть также все сертификаты необходимые. Штат Юта – это очень строгий штат по сертификации. Вот вы можете увидеть, это и GMP сертификат наивысшего качества, что вся продукция, которую мы производит наша компания, это органический продукт, да? Вот. И в принципе, выйдя на рынок с одним единственным вот этим вот продуктом в 2016 году, это был только Elevate,
компания. Я даже удивлялась, когда вот столкнулась, дочитала историю, что насколько они были уверены, создатели этого продукта, в том, что этот продукт продвинет себя сам, в том, что люди не смогут молчать, и он просто пойдет, вот слава о нем. Почему? Почему такая уверенность была? Да, да потому что они знали, что в основе этого лежат, это и тибетская медицина, да, которая оздоравливает организм изнутри, ведь в нашем организме содержится такой потенциал, такой огромный потенциал, которым мы просто можем жить до 100 лет спокойно, если мы не будем постоянно черпать из нашего организма и будем периодически давать ему что-то, что наш организм поддержит, даст ему ресурс для того, чтобы бороться с вирусами, с разными там, бактериями плохими и так далее, да, вот. То есть такая уверенность у компании была, и они выбрали не какие-то сложные методы. Это, знаете, компания наша торгует, работает более чем на 170 стран мира. Вы можете себе представить какой-то масштаб, да? И выбран был современный метод, метод рекомендаций. То есть когда вы регистрируетесь в интернет-магазине, это собственный интернет-магазин компании, то есть это не какие-то площадки, за которые надо платить отдельные финансы, это не какие-то отдельные склады в каждой стране или же нанимать персонал. Вот откуда я хочу сразу вас подготовить к тому, что компания наша очень щедрая, и гениальность не только в продуктах, гениальность во всем присутствует. Вот настолько я люблю нашу компанию, потому и другого слова подобрать, кроме как гениальность, не могу на данный момент. И вы знаете, вы просто рекомендуете, люди просто стали потреблять этот продукт, получать фантастическое улучшение качества жизни, а многие даже стали избавляться от серьезнейших заболеваний, и продукт сам стал продвигать себя. А вся вот эта прибыль, то есть 60% прибыли компания просто выплачивает своим благодарным клиентам, благодарным потребителям. Это вообще уникально. Ну, даже не знаю, как сказать, и как еще благодарить создателей вот этих всех замечательных продуктов. Вы спросите, что же такого удивительного в этих продуктах? Давайте остановимся. Продукт LF8. Это дневная смесь, смесь, в которой присутствует группа адаптогенов, это грибы, кордицепс, линжи, чага. Я не буду вдаваться во все детали в каждый из этих ингредиентов, но вы сможете прочитать и узнать, что это онкопротекторы. Это такие уникальные растения, которые дают нам хорошее кровообращение, снимают гипоксию мозга, снимают вашу хроническую усталость. Вы можете спокойно заменить этим одной маленькой капсулой, вы можете заменить спокойно один прием пищи, да, это может быть завтрак или обед, да, и при этом вы получите все, что вашему организму необходимо за день. Это 60 минералов, 15 витаминов, аминокислоты, незаменимые аминокислоты, которые нужно обязательно ежедневно получать извне, да. Вы все знаете, какая сейчас загрязненная атмосфера и насколько много наша современная пищевая промышленность использует всякого рода химические улучшители вкуса, добавки для того, чтобы продукты хранились дольше. Это и сельское хозяйство, которое всячески старается сохранить урожай. И вы понимаете, что в микродозах, да, я соглашусь, что это не какая-то сильнейшая атака, но в микродозах оттуда, плюс разного рода излучения извне, это и телефоны сотовые и все прочее, это все накапливается. К сожалению, особенно беззащитны наши пожилые люди и маленькие дети, которые уже рождаются на этот свет от мамочек, у которых не идеальное 100% здоровье, и они все имеют какие-то уже дефициты. Да? Врачи и педиатры всего мира бьют тревогу о том, что дефициты в организме у детей. Откуда ребенок не может даже просидеть иногда целый урок от и до, потому что у него не хватает возможности сосредоточить свое внимание на чем-то. Так вот, вот здесь, в этом продукте, собрано то, что вы можете, то, что я лично, как мама больного ребенка, раньше собирала по отдельности, мне назначали это врачи, нутрициологи, неврологи, да, есть уже такие, которые работают по методам биомедицины, и это все по отдельности стоило гораздо дороже. И вы знаете, там очень сложно подбирать дозировки, подбирать, что с чем сочетается и как. А здесь за вас эта работа колоссальная уже выполнена. Вы можете спокойно принять утром капсулу LF8, в которой все сбалансировано и подобраны именно те
компоненты, да, это живые овощи, фрукты, это то, что понятно нашему организму, это родные молекулы, которые без труда усваиваются. То есть ваш организм не тратит дополнительных каких-то усилий на то, чтобы получить вот это все и усвоить, да, вот, то есть очень удобно, еще раз повторюсь, гениально подобрана синергия, когда каждый компонент дополняет другой, и вы в итоге просто получаете взрыв энергии и бодрости на целый день. Так, вот вы можете здесь увидеть и витамины группы В, и цельные пищевые нутриенты, шпинат, брокколи, морковь. Разве мы можем каждый день настолько сбалансированно питаться? А здесь в одной капсуле вы это все получаете. У нас есть замечательные отзывы. Мой ребенок, вот о котором в самом начале я сказала, мой сыночек, у него были очень большие тяжелые сенсорные проблемы. Он не мог находиться в местах, где яркий свет, где громкая музыка, где большое количество людей. Да? Он не всегда понимал обращенную к нему речь и не всегда мог произнести то, что он хочет. Но с приемом вот этого продукта всего лишь по 1/8 от капсулы у ребенка начались хорошие изменения. То есть мы спокойно уже где-то через 2 недели побывали на дне рождения. Он играл и радовался жизни с аниматорами. Да? Вот представьте, то есть настолько быстро вот это нейровоспаление, которое воспаленный детский мозг, когда каждая деталь и громкий звук, это и музыка, вот это все просто, чтобы вам объяснить, и было понятно для людей, которые не сталкивались, для ребенка с аутизмом это на уровне физической боли. Почему они так кричат, когда испытывают дискомфорт? И вот эта боль физическая, да, вот этот вот дискомфорт, он стал уходить. Ребенок стал запоминать длинные стихотворения. Да, я не скажу, что сейчас мы вышли полностью из аутизма. Нет, конечно, но у нас очень большое продвижение благодаря этому, только лишь одному этому продукту. Вот. Я его очень рекомендую. И сейчас, вы знаете, такое облегчение. Наша компания выпустила такой же продукт, только с малиновым ягодным вкусом. Да, вы можете легко этот продукт давать и детям, они с удовольствием его принимают. Состав точно такой же, только это приятный вкус и легко дозировать. Да? Вот. Не буду долго останавливаться на Элеве, но еще раз хочу сказать, что сейчас молодежь наша пустилась в поиски энергетиков, они пьют энергетические напитки, которые вредят их организму. Почему? Да потому что на клеточном уровне их организм испытывает дефицит этой энергии. И сейчас для того, чтобы спасти ваших детей-подростков, вы можете просто каждый день какую-то часть от этой капсулы, это просто даже копейки, если переводить на рубли, на тенге, да, друзья мои, вы можете дать им эту живую, настоящую, чистую энергию. Итак, вторым продуктом, не менее легендарным, не менее полезным продукт клеточного питания – это Accelerate. Accelerate в переводе с английского означает ускоритель. Ускоритель вот этих всех процессов, о которых я говорила, он очень хорошо влияет на наш ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, оздоравливается. У вас происходит улучшение ферментации, вы лучше перевариваете и усваиваете пищу, ваш кишечник обновляется, все сейчас знают, и отовсюду, как говорится, из каждого утюга мы слышим слово детокс, то есть нужно производить детокс своему организму. И это такие сложные программы зачастую, программы детокса, которые предлагают нам специалисты. А здесь наши уникальные врачи, диетологи создали вот такой продукт, в котором это все сбалансировано и уже собрано. Это комплексный пищевой продукт. Вы его на ночь, это ночной продукт, вы его на ночь выпили, и за ночь ваш организм отдыхает, он очищается, стеночки кишечника заживляются, выводятся из организма все вот эти токсины и шлаки, которые его отравляют, да, у вас не будут образовываться каловые камни или же какие-то язвы на стенках кишечника. Это сейчас очень тяжелая проблема, с которой столкнулись очень многие люди во всем мире. Так вот, Acceler Sleep, тут 2 капсулы, 1 фиолетовая, 1 белая, вот вы видите на экране сейчас, белая капсула, она дает отдых нашей нервной системе. Сейчас стресс – это просто, как говорится, все болезни от стресса. Да? Но в жизни, в ритме большого города не испытывать стресс невозможно. Я сама, вот как мама особенного ребенка, для меня это был большой удар, меня это очень сильно подкосило, тем более я только-только родила 2-го ребенка, и мне сообщили такую страшную новость, что у моего ребенка такой диагноз. Откат, 2,5 года ребенок получил, замкнулся и практически перестал разговаривать.
Так вот, друзья мои, эти продукты, я даже сама не заметила, как они восстановили мое здоровье, потому что мне было не до себя. Я была с лишним весом, у меня не было спокойного сна, что уже говорить о внешнем виде, да, это и остеохондроз, это и моя больная спина, вот сейчас, Галя, я благодарю вас, вы вывели на экран, как раз вот мы в Москве с мальчиком моим на лечении, это вот фотография, можно сказать, до, да, 2015 год, вы видите на лице моем пятно, это пигментация, которая была настолько яркой, темного цвета, что никакие тональные средства ее не закрывали. У меня ужасно болела спина, то есть держать вот этого малыша на руках мне было невозможно, потому что у меня из-за протрузий в пояснице отнималась просто рука, настолько она немела, да, и сейчас я даже сама не заметила, куда это все ушло, мне просто уже люди говорят, а где твои пятна? Ну, настолько, когда вот ты мама особенного ребенка, ты все время в этой погоне за его лечением, за его здоровьем, и я получила вот такие хорошие результаты сама. Вот, еще раз скажу, нормализовался мой вес, нормализовался цвет кожи, внутреннее состояние, спокойствие, какой-то уверенности в будущем, то есть вот нет этого депрессивного состояния, а ведь наша гормональная система, наши вот эти вот все серотонин, дофамин, это ведь тоже продукты жизнедеятельности нашего организма, наших бактерий. Я очень много всего изучала в связи с болезнью своего ребенка, и поэтому я могу сейчас об этом как бы вот рассказывать подробно, да. Итак, акселер, если вы хотите оздоровиться, похудеть во сне, стать спокойнее, уравновешеннее, то вам нужен обязательно акселер. Еще хочу отметить такой момент, что оздоровление кишечника, здесь живые бифида и лактобактерии, здесь пребиотики, это то, чем питается наша микрофлора кишечника, да, то есть в здоровом кишечнике 70% нашего иммунитета, и вам уже не страшны никакие вирусы и бактерии, да, в условиях современных вот этих вот волн пандемии, да, это очень-очень важно, друзья мои, поэтому обратите внимание, это базовые продукты, то есть то, с чего всегда стоит начать, это ЛФ-8 и Акселер-8. Итак, также наша компания, прекрасно понимая то, что все это клеточное питание не работает без жидкости, без воды, создала вот такой вот замечательный продукт. Это Hydrate, водичка, концентрат, который улучшает нашу воду. Он ее ощелачивает, он повышает pH-баланс воды. И вы буквально маленький колпачок на большой объем воды наливаете, ваша водичка структурируется, она повышается ее pH до 9,5. И вы ее, принимая ее, профилактируете кучу заболеваний. Это и онкология, это и разного рода, опять же, грибковые, там, бактериальные инфекции. Да? То есть это все, все знают, что вода – это жизнь. Обязательно пейте побольше водички. Еще лучше, если она у вас будет вот такая вот живая, структурированная, щелочная вода. Так, вот, окислительно-восстановительный потенциал. Будет, это тоже, еще раз хочу, друзья мои, подчеркнуть, что все вот эти продукты, они созданы на основе научных открытий. За многие из этих открытий даны самые высшие награды в науке, да, это и Нобелевские премии, и разного рода другие награды. Все это подробно можно прочитать, посмотреть на нашем сайте bioepic.com, где все на русском языке доступно про каждый продукт. Про то, как правильно принимать и что он вам даст, то можете любую информацию получить. А также не забывайте обратиться к тем людям, которые вас пригласили на эту презентацию. Они вам также могут скинуть разнообразные лекции от врачей. В нашей структуре очень много специалистов из сферы здоровья, врачей, которые щедро делятся с нами информацией об этих продуктах. Итак, еще, раз уж я остановилась немножечко на иммунитете и на пандемиях, о том, что сейчас это очень актуальная тема, компания очень быстро среагировала на ситуацию в мире и выпустила продукт «Иммун». Сейчас вы все знаете, наверное, уже каждый наизусть знает протоколы, которые выписывают врачи от ковида, да, что обязательно рекомендуется принимать цинк, селен, нужен витамин D3, нужен витамин С в больших дозировках, да, и еще очень важно принимать большое количество
жидкости, обильное теплое питье. Так вот, компания выпустила продукт, в котором плюс ко всему этому содержится еще и молозиво. Вы, наверное, все знаете, что такое молозиво. Это то первое молоко, которое употребляет ребенок, да, и в котором пептиды молозиво, который содержит в себе вот этот вот потенциал для вашего иммунитета на всю жизнь. Это закладывается уже с рождения. И вот молозиво крупного рогатого скота также использовано. Это тоже научное открытие, очень большое. Оно также содержится вот в этой баночке иммуне. И в чем простота? Для меня, как для мамы, не бегать за детками и не упрашивать их выпить. Ну, давай витаминку, давай вот это, а еще вот это. То есть горсточкой разных витаминов и БАДов, да? Я просто развожу ложечку вот этого концентрата, получается апельсиновый фреш на вкус, да, и ребенок с удовольствием выпил вместо сока, вместо газировки, а мама спокойно отправила ребенка в школу, в садик, и у нее душа спокойна, что ребенок получил защиту, иммунитет. Вы знаете, почему сейчас очень многие люди заболели, многие люди тяжело перенесли ковид. Почему? Пропал запах, посыпались волосы. Да потому что иммунитет израсходовал все запасы вот этих вот жизненно важных нутриентов. Вы понимаете? И, естественно, у организма, у вашего иммунитета первая задача – спасти жизнь. И он возьмет из костей, ему все равно на ваши волосы, на все остальное. И поэтому обязательно нужно, чтобы в вашем организме был запас. Поэтому профилактика, да, легче же спрофилактировать и просто не заболеть. Я сейчас немножко, наверное, похвастаюсь, сказать, что моя семья, это практически 10 человек, это и семья мужа, и семья вот моя родная, да, и наша маленькая с ним семья, мы никто не заболели ковидом, вот просто не заболели. Мой свекр, чернобылец, он был ликвидатором в самом центре Чернобыля, и он со своим подорванным здоровьем, ну, правда, он это здоровье уже 2,5 года укрепляет продуктами вот этими, вот о которых я выше говорила, Элева и Акселер, он просто не заболел. Вот, и не скрывались, и не прятались. А есть очень многие мои родственники, друзья, которые меня давно слушают и потребляют продукцию нашей компании. И они, даже если болели, то болели легко, болели на ногах. Понимаете? То есть есть очень большая разница. Вот, еще раз скажу, что это все научное открытие, это не какое-то новшество для тех, кто вот первый раз, может быть, услышал. Если вы откроете интернет и почитаете, вы все это подробности узнаете. И еще немножечко хочу сказать о детской питательной смеси. Да, у нас есть детки, которые малоежки, плохо кушают овощи, фрукты. Или же детки, которых гиперактивность, дефицит внимания. У мой ребенок был такой. Его невозможно было усадить на месте 5 минут. Он бегал просто вот туда-сюда. Но это не от того, что в нем много энергии. Наоборот, на клеточном уровне настолько не хватает этим детям энергии, питательных веществ, что они восполняют, они пытаются поднять вот это все. Это называется митохондриальная дисфункция. Может быть, кто-то здесь, кому это интересно, подробнее почитает. Да? У этих деток очень часто такое состояние. И вот эта смесь, она как раз даст вам, вашим детям, спокойствие, концентрацию внимания, улучшит и укрепит иммунитет. Улучшит это кровообращение мозга, это очень-очень важные микроэлементы, аминокислоты, которые обязательно нужно ввести в рацион деткам, если вы столкнулись с такой проблемой или же хотите спрофилактировать это все. Итак, еще, вот, наверное, даже последнее, о чем я сейчас из продуктов затрону, это наш новый, сравнительно недавно выпущенный продукт Бикардио. Сейчас на первое место во всем мире выходят болезни сердца. Инсульты, инфаркты, сплошь и рядом, наверное, нет людей, которые не столкнулись с такой проблемой, правда же, в семье или среди друзей. Так вот, на основе научного открытия, на основе Нобелевской премии аминокислота L-аргинин находится в основе вот этого продукта. Она имеется у нас в каждой клеточке, и просто ни одна клетка не может существовать без нее. Это наша простым языком, вот если сказать, сотовая связь внутри организма. Если в клеточках наших пошел какой-то сбой, и нужно сообщить в мозг, дать информацию, попросить о помощи, то вырабатывается благодаря этой аминокислоте оксид азота, молекула оксида азота, сигнальная молекула, которая тут же дает правильный сигнал, и организм быстренько выправляет те нарушения, да, которые, вот из-за которых произошел сбой, да.
Как это прекрасно. То есть вы можете полностью обновить свою сердечно-сосудистую систему. Что уже говорить о наших пожилых родителях, которым это просто необходимо. Вы знаете, когда вышел этот продукт, я прочитала о нем аннотацию, и меня удивило. Вы знаете, я в этой компании 3 года, и меня до сих пор что-то удивляет и не совсем верится. Да? Я увидела такую надпись, что помогает уже с одного использования. То есть то даже однократное использование этого продукта даст какой-то эффект. И вы знаете, заказала его, долго ждала. И вот у нас были очень жаркие дни. Моя мамочка, пожила ей 80 лет, она очень тяжело дышала. У нее много разных заболеваний. Не буду сейчас во все эти подробности вдаваться. И вот я заметила, что ей прям тяжело дышится. Давление в норме, но высокий пульс. И дала ей однократно этот Бикардио, продукт наш Бикардио, он, кстати, тоже со вкусным, таким вот, как водичка, как газировка, вы его разводите, и получается приятный вкус. У нее как раз проблема с глотанием капсул сейчас, и она с удовольствием это принимает. Вот. И уже через 2 дня, когда я пришла ее навестить, дыхание было совершенно другое, было совершенно ровное дыхание, а ведь она приняла его всего лишь 2 раза. То есть, о чем я говорю, все, что заявляется про наши продукты, это все правда. И я каждый день с этим сталкиваюсь и снова нахожу этому подтверждение внутри своей семьи. Поэтому я вам очень рекомендую, друзья мои, эти продукты. Вот. Также хочу сказать, что моя мама в 2019 году очень сильно болела. То есть она была настолько прикована к постели, и были такие суставные боли, ее просто невозможно было даже повернуть на бок без крика. Опять же, применив продукты ЭЛЕВ-8 и АКСЕЛЕР-8, мамочка уже через 2-3 недели ходила по дому с палочкой. И до сих пор таких сильных болей суставных нет. И этот эффект, он никуда не девается. Вы понимаете, это очень большое благо. Мы перестали ей мерить давление. Мы забыли вообще, что она гипертоник. То есть давление настолько нормализовалось. То же самое могу сказать о своем пожилом свекре, вот о котором я уже упоминала. Человек, прошедший страшные ужасы Чернобыля. То же самое могу сказать о своей свекрови, которой 60 лет, и она до сих пор не выпила ни одной таблетки от давления. Да? И вот так можно говорить бесконечно про свою семью и про меня. Вот. Но хочу дать, чтобы не быть голословной, хочу дать высказаться и другим нашим любимым партнерам. Уже мы все друг друга давно знаем. Мы все общаемся. Дианочка Апажева нам сегодня хочет тоже рассказать, поделиться своим результатом. Вот. И я передаю ей слово. Добрый день, доброе время суток. Я надеюсь, меня слышно, видно. Аминочка, слышно меня? Да, да, слышно. Хорошо. Всех приветствую, благодарю за приглашение. Немножко расскажу о себе. Я Апажева Диана, в прошлом медработник с 20-летним стажем. Пришла на продукт, естественно, на здоровье, как говорится. Если честно, просто-напросто мне Марина Хуранова, наша наставник, подарила 10 капсул, говорит, попробуй, потом покушаешь. И как никогда, ну как, я никогда особо не сомневалась в том, что она мне даст или что. Вот я пришла, покушала, и мне было хорошо, я решила кушать. Поняла продукцию с первой недели, почему. Я страдала 6-летней головной болью. У меня в связи с тем, что гемоглобин низкий, падал все время, и я сидела на спазмолитиках. Еще работа суточная была, и за счет этого всего у меня одно на другое накладывалось. Получилось так, что я с головной болью все время боролась. За первую неделю, сколько я кушала эти 5 капсул, да, допустим, которые мне Марина дала, я отдала просто-напросто. Я была в шоке, когда вот поймала себя на мысли той, что я перестала неделю, вообще забыла про свои спазмолитики. И была довольно-таки шокирована, так скажем, это мягко говоря, да, продукт настолько был шикарный и есть.
И я знаю, что мой ребенок болеет. У меня ребенок, у которого вирус Эпштейн-Барра. На тот момент мы 1,5 года боролись с этим вирусом. Немножко расскажу, что вирус Эпштейн-Барра – это воспалительные процессы лимфоузлов. И по составу, ну как, лимфоузлы воспаляются, и за счет этого у человека начинается проблемы со всем здоровьем. Так скажем, что вирус Эпштейн-Барра перерастает в онкологию, и за счет того, что не могли поставить нам диагноз, 2 месяца мы мучались, не могли нас определить, что именно у нас болит. Но поставили диагноз, и 1,5 месяца мы просидели на бицилине, пятерки, которые нам назначили, чтобы немножко удерживать состояние ребенка в более таком стабильном состоянии, так скажем, что у него была температура поднималась 40, если мы не делали укол этот. Хоть один день мы пропускали, если даже один день мы не сделали, да, вот у нас получалось, что у него температура 40, он лежит пластом, мама, мне плохо, помоги. Узнав, вот, познакомившись с этим продуктом, с Elevate'ом, да, я вот одну вот эту капсулу, буквально одну, да, разделила на 4 части и в первый же месяц убрала наш укол. Вот у нас вирус Эпштейн-Барра показывает в титрах 32,5 единицы, и вот в ноябре прошлого года нам сняли диагноз полностью в медицине, и он у нас отрицательный. Вот первое, что я ему дала, вот эту одну капсулку на 4 части разделила, и вот в первый же месяц убрала укол наш. После того, как убрала укол, на этих, вот на одной капсуле мы прожили, вот как на этом уколе, вот целый месяц. Я не стала ему колоть. Думаю, в любое время я смогу ему укол сделать, и в любом случае хуже не будет. Когда я это сделала, у нас получилось так, что он месяц просидел без укола, и, естественно, я была очень даже удивлена и начала ему давать со следующего месяца, с 28 числа, я это стала ему давать вот этот продукт на постоянной основе, то есть он каждый день у меня кушал этот продукт ровно год. Я контролировала, чтобы он у меня все время принимал этот продукт. За счет этого продукта у нас ушел этот вирус Эпштейн-Барра. Ни температуры, ни каких-либо показаний, ни по медицине, ни по самочувствию у нас нет вообще никаких показаний в этом. Вот, это по моему сыночку. Я вот с 6-летней головной болью и с весом почти 100 килограмм, вот я весила 97 килограмм, сейчас я похудела на 90 килограмм. Ушла головная боль. Ушли боли в суставах, как медицина, как ни хочешь, не хочешь, в сутки работать тоже дает о себе знать, поэтому болели кости, не всегда понимали, что это и как, говорится. И похудела я на 20 килограмм. Вот, это у меня ушло бонусом. Сейчас вот чувствую, что работает этот продукт у меня на щитовидную железу. Бывает иногда периодически, вот когда кушаю капсулу, немножко тремор появляется, я убавляю, ну, то есть делю капсулу на 2 части. Бывает такое обострение немножко. Хотя я вот столько времени кушаю, да, вот тут почти 3 года. Поэтому не переживайте, не возмущайтесь, что у вас это обострение или что-то будет. Это моя мамочка, у которой было 8 лет... круглогодичная аллергия, мы жили на дипроспане, и каждый месяц она колола себе дипроспан, потому что дышать невозможно было, она не могла дышать. Пройти 300 метров до магазина, это было для нее проблемой, что она не могла ходить, и ей тяжело было. И у нее ревматоидный артрит был, и она, у нее колено болело всегда, она тяжело ходила.
Сейчас она похудела на 25 килограмм, перестала колоть себе дипроспан. За 2 года она 2 раза максимум что сделала. Дипроспан и то больше, как скажем, вот сейчас она ходит и 2-3 километра, и на работу выходит, и может себе позволить пройтись километрами, так скажем, погулять, выйти, куда ей хочется, и похудевшая, и комфортно, и дышит она спокойно. Вот, такие у нас результаты. Еще хотела бы сказать про Джевану, да, вот у меня у дочки был такой случай, что она нечаянно проткнула себе под глазом кожу. У нее стало воспаляться, я с первых дней стала как мазать Реджейнер. И он у нас зажил за 6 дней. Вот в течение 6 дней у нас полностью сошла рана на нет. Вот, девушка, которая у нас хулиганила. Ну, в основном такие вот результаты. Результатов много, как ты говоришь, Амина, можно разговаривать вечно, и много о чем можно говорить. У свекрови моей давление было высоченное, 200, 220, 240. Мы вызывали по 2-3 раза скорую, она лежала в больнице. Хвала Всевышнему, она забыла про давление. Не то, что про давление, она просто уже и препараты от давления мы не принимаем. Mm-hmm. Вот такие вот очень много результатов. Продукты действительно работают, они шикарные, и нет аналогов. Не переживайте, не бойтесь принимать, принимайте и будьте здоровы. Благодарю тебя, Дианочка, очень-очень-очень. Такой вот отзыв, даже у меня сразу в голове несколько человек, у которых вот этот вирус Эпштейн-Барра, и вы знаете, также я хочу сказать, если сейчас здесь присутствуют родители деток с особенностями развития, очень часто причиной вот этих вот особенностей являются высокие титры вот этих вот вирусов в организме, и вот вы, как вы видите, да, и у моего ребенка, получается, и у Дианочки, эти вирусы, они подавляются, они, то есть организм очищается, вот эта нагрузка, да, которая на иммунитете, уходит благодаря нашим продуктам. Да, еще да. Хотела бы дополнить, Аминочка, вот часто у деток бывает герпес, да, да. Высыпала губки, где-то ручки сыпят, температура прошла, простыл ребенок, герпес, да, этот герпес перерастает, к сожалению, в такие вот серьезные вирусные заболевания, и с каждым разом все больше и больше титры растут. Mm-hmm. Поэтому, если где-то какой-то вот такой вот возникает вопрос, что герпес выскочил или какие-то простудные заболевания, принимайте просто для профилактики, если даже и нет никакого герпеса, если даже у ребенка просто простуда ОРВИ, ОРЗ, да, вот сейчас осень, сок этот самый-самый-самый подходящий момент сейчас вот. Лучше выпить 1 стакан такого сока, чем 10 бутылок фанты, колы, как говорится, конечно, то, что любят дети. Поэтому всем здоровья, благодарю за приглашение, девочки. Благодарю тебя, Диана, еще раз. Спасибо огромное. Благодарю. Итак, друзья мои, вот вы видите, да, что насколько продукты наши эффективные, и как Диана сказала, легче ведь профилактировать, да, легче ведь дать нашему иммунитету опору, да, просто опору, на которую опереться, а дальше он уже сам знает, что ему делать. И то же самое касается наших деток, да, то есть если вы немножечко их организм поддержите, так они будут развиваться и расти так, как надо, и никакие вирусы, лишние бактерии и прочее не будет им страшно. Организм совсем способен справиться. Это заложено в нас изначально Всевышним, природой. Итак, друзья мои, как вы видите, Диана Апажева – это тоже медик, медработник, да, с большим стажем, которая разобралась в наших продуктах. И я очень рада представить вам еще одного медика, врача, очень-очень уважаемый наш Айбулат Куспанов, который тоже получил множество всяких полезных результатов, да,
и для себя, и для своей семьи, но он сегодня просто у нас вот как мужчина, как бы в цветнике, да, и он нам откроет в очередной раз, с удовольствием послушаю, вот то направление, которое также открыла наша компания, это экология, да, и он нам расскажет, как же вот можно оздоровить наши автомобили, как можно очистить. Доброго времени суток. Как меня слышно? Я что-то не слышу Амину. Хорошо, хорошо слышно. Хорошо, да, все. Благодарю Амина за предоставленное слово. Я врач с 30-летним стажем. Проработал военным врачом, хирургом. И сейчас нахожусь уже 12 лет на пенсии, да. И первый результат, я вот немножко результаты по продуктам расскажу, а потом новое направление еще продолжу. И просто не могу не поделиться, потому что реально получил серьезные результаты по здоровью. У меня вот сейчас вспомнил, как раз говорили про вирус герпеса. Раньше всегда высыпало вокруг губ герпес. И я полностью от этого избавился. Сейчас только вспомнил, а у меня же раньше был герпес. Сейчас не выходит. Здесь вы видите на картинке мой вес 83 килограмма. Я себя очень плохо чувствовал. Была одышка. На пятый этаж подниматься мне было очень тяжело. Вот. И в течение 3-4 месяцев я сбросил вес почти 20 килограмм, употребляя только LF8. На то время не было ни акселера, ни других продуктов. Только на одном продукте LF8 3-4 месяца. Вот такой уникальный результат по снижению веса. Но сейчас с появлением акселера, других продуктов, этот результат можно было бы еще быстрее получить. Помимо этого, у меня две грыжи диска, две протрузии диска в поясничном отделе. В свое время мне давали даже инвалидность третьей группы. Я об этом как-то не говорил, но на самом деле так и было. На сегодняшний день полностью могу сказать, что у меня не беспокоит эти грыжи, эти протрузии. Потом хронический гастрит полностью избавился. Многолетняя аллергия была, более 20 лет. Я сейчас вообще забыл, что это такое. Вообще в аптеке не хожу в течение 4 лет. Ни разу не заболел ни гриппом, ни ангиной. Вот часто бывает ангины были раньше. И может кто-то и не верит, но я как врач говорю, что реально, если на постоянной основе принимать данные продукты, у вас до такой степени иммунитет прям повысится, да, что просто будете защищены от любых вирусных заболеваний, ангин, вы избавитесь от всех своих болячек на всю жизнь, навсегда. То есть надо понять, что действительно эти продукты укрепляют до такой степени иммунитет, что вы будете полностью защищены от любого заболевания. И еще хочу сказать, что энергия зашкаливает, потом результат омоложения идет, да? То есть за 4 года я все равно замечаю, окружающие говорят, ты стал моложе выглядеть. То есть благодаря составу этих продуктов есть ганодерма, бакопа манье, все вот эти травы омолаживающие эффект оказывают без всякой косметики. Вот на заметку всем женщинам говорю. На постоянной основе, если принимать данный продукт. И дома у меня тоже все пьют сейчас. У дочери постоянно были головные боли, тоже прошли. Она уже забыла, что каждый день принимала темпалген, спазмалгон, различные таблетки. Об этом она сейчас забыла и не принимает уже лекарств. Мы в аптеке вообще не ходим. У супруги результат по вирусному гепатиту Б, то есть это реальный результат с анализами подтвержденными. Мы ходили в лабораторию, пересдавали анализ. И врач-лаборант нам говорил, не может такого быть, чтобы вы раньше переболели этим заболеванием. То есть полностью анализы на сегодняшний день не показывают, что когда-то был вирусный гепатит Б. Хотя у нас подтвержденный такой был диагноз.
Ну, теперь, если позволите, я расскажу о новом направлении в нашей компании. Это вообще бомбовый продукт вышел в компании всего лишь несколько месяцев назад. И на сегодняшний день нет ни одной компании, я вам могу с полной ответственностью сказать, которая продвигает продукты экономии топлива. И плюс эти таблетки называются B-Eco Fuel Tabs, что переводится экологические топливные таблетки. Эко от слова экология. То есть мы еще заботимся о том, чтобы улучшить экологию нашей планеты. Да? Если вот посмотрите наш город Алматы, вообще в ужасном смоге. Если мы поднимаемся вот на гору, на Коктебе и сверху, вот такой вид. И в 2-миллионном городе у нас каждый день выезжает более полумиллиона, более 500 тысяч автомобилей. И вот видите, до какой степени загрязнило наш город. И вот это новое направление будет бороться с атмосферой, то есть экологией, улучшать будет экологию. Но также вот такой призыв компания дает. Каждый пятый бак бесплатно. То есть если вы сейчас любому человеку, автомобилисту, который ездит, у которого есть автомобиль, сейчас вы скажете, хочешь пятый бак бесплатно залить? Никто вам не скажет нет. Никто, вот ни один человек, у которого есть автомобиль, если вы просто один вопрос зададите, хочешь пятый бак бесплатно заправить? Все скажут да. Это я даю 100% гарантии, потому что действительно это на самом деле очень актуальная тема. На сегодняшний день ну просто фурор происходит в странах Запада, в Америке. Буквально, вот, не знаю, бум идет, да, мощнейший бум. И мы сейчас тоже находимся, мы одни из первых знаем, благодаря компании B-Epic, знаем о таком уникальном продукте. Почему возникла идея создания этих таблеток, я вам скажу коротко. Это вот если вы возьмете двигатель внутреннего сгорания, любой двигатель, будь то на автомобиле или на корабле, теплоходе и так далее, там бензин или дизель или газ, который используется этим двигателем, он полностью не сгорает. То есть это доказано, то есть еще не создали такие двигатели, в котором бы сгорал бензин полностью, да, понятно. И основное здесь идет топливные потери, это вот видите на картинке 25% потерь, то есть весь бензин не сгорает, из 100 литров, допустим, 25 литров он выбрасывается через выхлопную трубу наружу, ну это так образно, да, простыми словами я вам говорю, почему он не сгорает, причина в чем? Причина в том, что молекулы углеводорода имеют разную структуру, разную длину, и поэтому даже если просто на картинке посмотрите, у нас есть вот сравнительная такая картинка, дрова, если вы полено возьмете, костер будете разжигать, что происходит? Это полено, эти поленья, да, они будут пока разгоряться, дымить, коптить, там все равно все не сгорит, угольки большие остаются, да, но если это полено мы расщепим до мелких-мелких стружек и подожжем, что произойдет? Оно моментально сгорит, вспыхнет. Да? То же самое происходит с бензином. И эти таблетки что делают? Они расщепляют молекулы углеводорода до такой же степени, как вот стружка на картинке. И что происходит? Больше соприкосновения идет с кислородом, потому что очень много мелких частичек. И этот бензин сгорает полностью. То есть вот эти 25% экономия как раз-таки идет в виде экономии в нашем автомобиле. И, соответственно, наш автомобиль проедет намного больше, чем, допустим, просто вы залили бензин, без этих таблеток проехали. И это проверено уже многими нашими партнерами, проверено в лабораториях в Америке. Серьезные агентства проверяли данные таблетки. Уже более 12 лет испытания проводились. Поэтому эти таблетки действительно увеличивают не только, допустим, дают экономию, она еще увеличивает ресурс двигателя. То есть
Если вы посмотрите на следующих картинках, вот этот сажа, нагар, вся вот эта копоть на деталях двигателя не будет. То есть вот для сравнения, видите, инжектор, да, на верхней картинке черная, да, а на нижней уже немножко желтизной покрыт. То есть идет очищение, даже употребляя данные таблетки, идет очищение на инжекторах, на поршнях, на форсунках, вот, вот поршни видите, да, потом на свечах, свечи зажигания, они тоже становятся чище благодаря тому, что вы начали применять данные таблетки. И что происходит? Увеличивается ресурс двигателя, а ваш автомобиль прослужит вам еще больше. Вы реже будете менять масло в двигателе, даже масло в двигателе, оно не будет чернеть. То есть оно дольше не будет чернеть, как обычно мы говорим, через каждые 10 тысяч километров надо менять масло. Вот вы заметите, через 10 тысяч километров ваше масло будет таким же светлым и чистым, который вы заливали до этого. Ну, может быть, немножко там потемнеет. На самом деле, это уникальный продукт, и благодаря этому продукту сейчас есть возможность еще не только сэкономить на вот, от 20 до 30%, но еще здесь есть возможность перейти с более дорогого бензина на более дешевый. Да? На этом тоже вы сэкономите. Почему? Потому что здесь это не присадка, никакого отношения к присадкам не имеет. Здесь идет действительно вот расщепление молекул углеводорода. И этим таблеткам без разницы, какой бензин расщеплять, да, 95-й или 92-й, или 80-й, или дизельное топливо, или газ. На самом деле здесь идет, смотрите, экономия не только вы проедете больше, то есть 20-25%, да, экономии на бензине, плюс еще экономия на чем? На том, что вы переходите, скажем, с 95-го бензина на 92-й, это плюс еще одна экономия, потом снижение износа поршней, там, фильтров и так далее, фильтры будете реже менять, да, тоже одно из, как говорится, преимуществ. И что еще хочу сказать, посчитали вот на различных автомобилях, на икарусах, там, на грузовых машинах, какая экономия идет мощная. И вот если посмотрите на следующие картинки, автобус, допустим, месяц потребляет у нас в тенге, да, в тенге икарусы, вот эти, знаете, да, где людей возят, 206 тысяч экономия в тенге, это 30 тысяч рублей. А в годовая экономия это 2,5 миллиона тенге. Представляете, это в рублях 350 тысяч рублей. Водитель икаруса, вот много частников, да, ездят, они сэкономят в год 350 тысяч рублей или 2,5 миллиона тенге. Если вот есть фуры, которые занимаются перевозками, да, грузовые фуры, они вообще очень много заливают дизеля. Здесь идет вообще уникальная экономия. Если вы любому водителю сейчас фуры скажете, экономия, хочется экономить в год 8,5 почти, 8 миллионов 256 тысяч тенге. Это в рублях почти что 1 200 000 рублей. Представляете, любому водителю сейчас эту информацию, если дадите, в год экономия какая мощнейшая. Любой заинтересуется, все равно скажет, а что это за таблетки? Где это можно купить? Где это можно послушать? И вы что делаете? Вы отправляете вот на такую презентацию уникальную, да, всего лишь буквально мы в течение часа рассказываем о всех продуктах и вот о новом направлении. А те автомобилисты, которые имеют свои собственные автомобили, да, легковые, здесь идет экономия в месяц 35 тысяч тенге. То есть 5 тысяч рублей человек экономит. Ну это разве не пятый бак бесплатно, да? Тут даже, по-моему, больше можно сэкономить. А в годовая экономия почти 500 000 тенге, а в рублях это, ну, 58 тысяч рублей годовая экономия любого автомобилиста, который имеет у себя дома, в любой семье сейчас есть автомобиль, да? И благодаря вот данным таблеткам мы еще улучшаем экологию. Экология – это очень важная миссия
наша задача сейчас проинформировать огромное количество людей, потому что об этом не знают очень много людей. Поэтому я просто рекомендую взять, попробовать. Цена доступная. Я посчитал примерно 100 рублей на один бак. 100 рублей вы закидываете пол таблетки или стоимость одной капсулы LF8, да, порядка 700 тенге. Пол таблетки закидываете в бак, а экономите в пределах 3000 тенге или в рублях, сами видите, да, огромная экономия. Я много не буду рассказывать, говорится, про эти таблетки, вы сами все это узнаете. Если попробуете, попробуйте хотя бы на себе. Я на себе попробовал, у меня два автомобиля, старенькая машина, говорю, да, мы брали 9 лет назад с автосалона. Сейчас взяли новую машину с автосалона за наличный расчет, мы говорим, да, не в кредит. И смотрите, экономия на старенькой машине я почувствовал через 2-3 раза, когда через 2-3, говорится, приема, да, 2-3 раза использования данных таблеток идет экономия на старенькой машине. У меня 19-20% я сэкономил. А на новой машине, на новой вообще можете не бояться. Эта машина будет нюхать бензин, да. То есть экономия идет до 25%, потому что и машина начинает, резвой становиться. На газ нажимаете, рывок мощнейший идет, да, и зимой будет легче заводиться. То есть очень много преимуществ благодаря вот этим таблеткам новинки. Поэтому рекомендую всем попробовать. Я сейчас всем друзьям рассказываю, поэтому рекомендую всем рассказывать, потому что через полгода, скажем, да, ваш знакомый или друг, или сосед, или кто-то подойдет к вам, скажет: слушай, хочешь сэкономить 5-й бак бесплатно? Вот. Всего лишь здесь 5 таблеток, да? Стоимость, 7 тысяч тенге, да? Или там 1000 рублей, да? И все. 1000 рублей, что это, не деньги же сейчас? Зато ты сэкономишь здесь 5 таблеток, это 5 баков бесплатно тебе. Образно, да? На самом деле это крутой продукт. Многие не знают, поэтому я вам рекомендую просто дать знать. Скажите, у меня есть таблетки, которые экономят бензин. И все, больше ничего не говорить, не рассказывать. Потому что в любом случае этот человек может через месяц к вам обратиться, сказать: слушай, у тебя есть машина, а у меня есть такие таблетки. А вы скажете: а я же тоже такие таблетки использую. Все, поэтому дайте информацию всем своим родным, близким, окружающим. Просто дайте сейчас посеять семена. Благодарю за внимание. Я думаю... Если бы говорить долго, я могу долго говорить, но людям не нравится, когда растянуто все. Коротко мы говорим о таких уникальных продуктах. Благодарю вас, настолько понятно. Я как девушка, женщина, пытаюсь рассказывать, но на меня всегда с улыбкой, с снисхождением мужчины смотрят. Все-таки из уст мужчины, сейчас мои гости услышали, я вас благодарю от всей души. Это действительно доходчиво, четко, ясно и коротко было. Спасибо вам большое. Благодарю. Так, а сейчас, друзья мои, я бы хотела сказать, тут много немножечко упустила момент, что аутоиммунные заболевания часто у нас здесь прозвучало, да, такая фраза. Прозвучали фразы о нормализации веса, да, когда похудели. Но у нас, я хочу сказать, что наши продукты, они не делают перевес, то есть мы не... пытаемся поднять ваш иммунитет или же сделать так, чтобы вы стали стройнее. Эти продукты, они работают на нормализацию всех биохимических процессов внутри вашего организма. И если у вас аутоиммунное заболевание, это и ревматоидный артрит, это и разного рода там красная волчанка, там много-много разновидностей сейчас, когда иммунитет просто перестает правильно работать и направляется на собственные ткани, начинает разрушительную деятельность внутри себя. Так вот, ваш иммунитет придет в норму, то есть он не будет повышаться, он не будет усиливаться, или же если у вас большой вес, да, то вы будете, скорее всего, худеть, ваш вес будет приходить в норму, а если у вас недостаток веса, и у нас есть тоже много таких отзывов от людей, у которых был просто катастрофический недостаток веса, и они стали его поправлять, то есть они нормализовали свой вес,
Вот, и хочу сказать еще, что наша компания, как вы видите, да, они взяли концепцию улучшения жизни, да, в целом, а наша жизнь не может быть хорошей, если нет здоровья, если нет финансовой какой-то независимости, если нет стабильности, если вы не экономите, вот так сейчас Айбулат пример привел, да, экономия на топливе, да, сейчас в каждой семье, вот у меня в семье два автомобиля, для меня эти таблеточки – это очень большое благо, да, то, что и муж, и я, мы можем сэкономить на 20% затраты на топливо, это супер, и при этом мы можем рекомендовать это своим друзьям, это бизнес-рекомендации, друзья мои, то есть компания, как я уже выше говорила, не оплачивает каких-то суперменеджеров, какие-то огромные рекламные кампании, наша компания – просто благодарит вас же за тот товарооборот, который произошел после вашей рекомендации. Что же мы делаем, да, вот сейчас вот Галия открыла наш замечательный маркетинг-план, где вы вот просто как я когда-то, да, применила вот этот продукт для своего здоровья и уже просто не могла молчать, естественно, я начала рассказывать, особенно тем же мамочкам, у которых такая же проблема с ребенком, да, и естественным образом они все захотели пробовать это. Я просто давала ссылку на интернет-магазин. Человек пришел, также зарегистрировался, заказал продукт к себе домой. И я чудесным образом стала наблюдать, как в мой интернет-кошелек приходят доллары, да, 35 долларов за нового клиента. Да? Клиент, который может стать партнером, может остаться клиентом. То есть на любой ваш как бы... любые ваши потребности, ваши желания можно исполнить. Так вот, как только вы порекомендовали продукт, человек зарегистрировался в интернет-кабинете по вашей ссылке, сделал покупку, вы сразу же заработали первый наш рекламный вид бонусов, 35 долларов. Да? Вот. И далее, если вы посоветовали еще одному человеку, например, наши топливные таблетки, да, ну кому они могут быть не нужны, да? Кто не захочет обменять 300-350 рублей на 1000 рублей, да, то есть пятый бак бесплатно, кто не захочет, да, кто не хочет, чтобы его машина служила долго, и детали сохранялись в чистоте, да, соответственно, вот, к примеру, я позвала там мамочку, подругу, у которой ребенок с аутизмом, она сделала заказ, или же еще сосед, у которого автомобиль, и он сделал заказ. И я получила, друзья мои, 70 долларов, да, просто за такую вот рекомендацию, рекламный бонус. А потом, научив их делать так же дальше рекомендовать, они тоже дальше по два позвали, да, то есть еще кого-то. И получается схема 2 по 2, да, самая простая, самая всем понятная легкая схема, за которую вам компания платит второй вид бонуса. Это бонус жизни, 100 долларов. И так далее, вот так вот, все ваши приглашенные, все те, кто присоединились, как я люблю это называть, в цепочку добра, да, то есть вы запустили после себя это добро, оздоровление, улучшение финансовых возможностей, и каждый, кто после вас добавился, также может получить все эти бонусы. Далее, на каждом уровне, каждый месяц, вот здесь вот показан график на 12 месяцев, вот посмотрите в долларах, какие суммы, какие, я считаю, грандиозные суммы можно зарабатывать. Вот, к примеру, на 10 месяц, если вы запустили систему 2 по 2 под собой, вы можете заработать в рублях уже более 1 000 000 рублей, 1 152 000 рублей. Все подробности о выплатах. А у нас 17 видов разных выплат, разных бонусов. Это и, как это сказать, сиюсекундный, то есть только вы позвали, и вам уже компания заплатила. Это и бонус за неделю, это бинарные бонусы, которые выплачиваются каждую неделю. Это и бонус за каждый месяц проделанной вашей работы, бонус жизни 2 по 2, 3 по 3, 4 по 4. И вот, пожалуйста, список достижений наших партнеров. А ведь компания совершенно молодая компания, которая, я в этой компании 3 года, я не могу сказать, что я работала. Это все было в удовольствие. Моя семья, оздоравливаясь, употребляя вот эти вот все продукты, укрепляя свой иммунитет, экономия, финансы, при этом я заработала, вот посмотрите, в этом месте, можете меня поздравить, я попала в клуб 100К, то есть 100 тысяч долларов, да, и выше.
те люди, которые попали. Также вот и наш Айболат Куспанов, наш любимый доктор, который сейчас выступал, Залиночка Дирова, наш бриллиант компании. То есть это уже официальная информация от компании, это список признанных партнеров, которых вот так вот наша компания каждый месяц чествует и опубликовывает эти списки. Вы тоже можете оказаться в этом списке. Я и когда-то и не думала, что вот так вот, как говорится, играючи, помогая людям, я смогу дать своей семье также и финансовую такую вот большую помощь. Итак, друзья мои, еще один последний на сегодня гость. Я считаю, что это очень ценный человек, который когда-то в нашу республику, одна из первых она была, кто принес эти продукты, кто стал о них говорить, кто донес эту информацию до нас. Да? Девочки, это Мадиночка Тхагужокова. И я, например, наблюдаю за ней 3 года. Я считаю, что эта женщина, она просто повернула время вспять. Она с каждым днем молодеет, становится красивее. И это невозможно не заметить. Да? Вот вы, если придете на наши презентации, увидите наших партнеров, какими они были на фотографиях, до какие они сейчас. Это красота, которая изнутри, обновление, омоложение. Это все видно. И вот наша Мадиночка, она не только похорошела, не только оздоровилась, но и она достигла высоких успехов в плане бизнеса. Да? Она вот такая вот бизнес-леди у нас успешная. И пусть она нам сейчас расскажет, поделится своим опытом с нами. Слушаю тебя, Мадиночка. Слышно? Амина. Твой выход сегодня в наш эфир – это что-то. Клянусь, я уже растерялась, потерялась, не знаю уже, как говорить, как себя вести. Настолько ты блестяще сегодня вела Zoom, я вообще в восторге. От тебя, моя девочка. Это мой партнер, моя девочка, моя звезда. Я очень рада. Всех приветствую, друзья, приветствую гости. И, ну, лишний раз представиться, наверное, не имеет смысла, потому что меня, наверное, все знают, которые здесь. Но для гостей Мадина Тхагужокова, 4 года уже в компании B-Epic. Как сейчас представила список Аминочка, я вхожу в список более 10. Пришла я в компанию, естественно, на здоровье, потому что я настолько была плохая, я настолько была больная, мне не было ничего неинтересного в этом мире, в этой жизни, потому что столько всего проблем у меня было. Вот посмотрите, пожалуйста, на мой вид. Первые шаги мои в компании B-Epic, вот такой я была 4 года тому назад. Представляете себе, и сколько болячек у меня ушло благодаря, да, действительно, который вот сейчас Аминочка настолько грамотно, красиво, вкусно, настолько четко рассказала про эти продукты. Вот этот уникальный продукт, с которого я начинала, мне дало очень многое, очень многое. Вернуло мое здоровье, вернуло мою молодость. Ребята, самые-самые такие моменты, да, когда человек вообще в этой жизни ничего не хочет, это когда человек больной, как Аминочка говорит, если есть, да, что-то такой, да, который тянет за душу, за тело, и ты не можешь ничего не делать, не хочешь. Головные боли адские, да, бесконечные, это то, что у меня было. Давление до 180, до 190. Это варикоз мой страшный, который у меня на ногах были. Свинцовые ноги, что я даже... Мне было даже тяжко ходить, просто передвигать ноги для меня... На тот момент 40 чуть с лишним лет, и я уже как старуха таскала за собой ноги, сетки на ногах, что я не могла одеть. Так, Мадина, зависла, да, Мадиночка, нету. Попала. Продолжаем. Тогда, Мадиночка, видимо, что-то со связью. У нас сильный ливень. Вы знаете, у нас в городе, мы сейчас с Мадиной обе находимся в городе Нальчике, сильный ливень, видимо, помехи со связью, сотовой связью.
Я хочу тогда за Мадину сказать, что Мадина вот эти вот 4 года в компании, она продвигает этот продукт. Вы можете себе представить, когда сейчас уже на каждом шагу нутрициологи и врачи, специалисты, которые рассказывают о невероятной пользе вот всех компонентов, которые вы можете увидеть в нашем Элеве любимом, в нашем Акселерейте, да, а 4 года назад это была глухая стена, то есть люди совершенно не верили, да, и просто благодаря тем, как вам сказать, вы знаете, приходили в компанию уже практически безнадежно больные люди, которые не находили какой-либо помощи в обычной медицине, да, то есть это то, что Мадина вот мне лично рассказывала, когда мы с ней общались. Я считаю, что они, наши вот эти партнеры-первопроходцы, они провели огромнейшую работу, и мы им очень благодарны. Их звание бриллиантов – это полностью заслуженное звание. И те доходы, которые сейчас имеет Мадина Тхагужокова, клуб 250 тысяч ка, то есть это более 250 тысяч долларов наша Мадина уже заработала за эти 4 года. Также вместе с ней наша любимая Галия, без которой вообще вот эти вот все эфиры, зумы, которые вот меня привели в итоге сюда. Спасибо вам, Галия, большое, низкий поклон. И точно так же хочу поблагодарить Мариночку Куранову. Она у нас вообще супер добилась в бизнесе огромнейших высот. И сейчас она зарабатывает в месяц около уже, я даже не знаю, последний раз это было около 900 тысяч рублей. Да, это просто уже клуб миллионеров, которому потихонечку вот просто уже подобралась вплотную наша Марина, за которую мы очень болеем, и мы ей желаем дальнейших успехов. Итак, друзья, если сегодняшний... Мадина, Аминочка, Мадина, давай мы все-таки ее дослушаем. Давайте. Аминочка, как у вас там со связью? По-моему, здесь больше всего энергия моя действует на этот интернет, потому что я спала в офис, чтобы я красиво сегодня выступила, поддержала мою девочку. Слышно меня? Слышно. У тебя низкая пропускная способность. Блин, ну, быстренько расскажу, что ты говоришь, это однозначно. Не буду уже говорить о своих болячках. Я самая здоровая, самая счастливая сейчас. Я очень хорошо зарабатываю. Огромный идет ремонт. Я купила машину в семье. Семейный бюджет, правильно? Рост идет вообще не по дням, а по часам, как говорится, ребята. Уникальный продукт, уникальные выплаты. Все, что возможно здесь, вообще вот просто бери, не хочу. Есть желание, есть какое-то стремление, просто возьми и делай то, что делают твои наставники, однозначно. И, наверное, сейчас дополню слова Айбулата именно касаемо этого таблеток, чтобы я не забыла, девочки, я тоже пользуюсь этими таблеточками. Я не знаю по литражам, как это измерить, да, сколько у меня тратится, сколько у меня экономится, но когда я каждый бак заправляла, да, постоянно, у меня проезда было меньше. Я чаще заправлялась, а сейчас я реже. И чувствую еще, как этот газуешь, как это работает легко и просто. То есть вот все, что у нас есть и для людей, и сейчас экономия бензина, да, экология, защита, это все одно целое, вот где мы живем, это вся оболочка, которая именно нас окружает, и экология, и питание, и финансы, все есть в компании BEPIC, поэтому идите за сильными, и будьте лучше сильных, будьте с нашими наставниками. Галия, я тебя очень сильно благодарю, ты глубочайшей души, вот. Ну, не знаю, ну, нету слов, Галия, я тебя благодарю, девочки, моего наставника Марину Хуранову. Аминочка, моя восходящая звезда, мой новый спикер, будущий бриллиант, всего самого наилучшего, успеха всем. И Айбулата благодарю за такую информацию. Ребята, всех люблю. Наверное, не буду занимать время, Галия. Плохой интернет у тебя, солнце, жаль. Да. Это моя энергия. Скорее всего. Итак, друзья мои, я хочу подытожить, да, если вам сегодня было интересно, если вы немножечко хотя бы задумались над тем, что можно изменить свою жизнь так же, как когда-то изменила я, Айбулат,
Галия, Мадина, да, нас тут очень много таких. Я вас уверяю, вы не пожалеете. Вам просто нужно сейчас позвонить тому человеку, который дал вам эту ссылочку на нашу презентацию, и с ним обговорить все подробности. Желаю вам здоровья, успехов, и я была очень рада быть сегодня с вами. Спасибо.